Череповчанин предоставлял свою квартиру для изготовления наркотиков. Его и пятерых гостей мужчины задержали оперативники ОНК. Во время осмотра помещения полицейские обнаружили склянки с остатками вещества, а также шприцы. Экспертиза показала изъятый дезоморфин. Также выяснилось, что хозяин квартиры был ранее судим за аналогичные преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело. В Вологде разыскивается 53-летний мужчина. По информации регионального следственного комитета, он ушел из дома на улице Фрязиновская 11 октября. Личные вещи с собой не брал. В рамках поисков были проверены медицинские учреждения. В больницу мужчину не доставляли. Железнодорожным или авиационным транспортом пропавший не пользовался. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийства. Всем, кто располагает информацией о местонахождении Житова Юрия Леонидовича, просьба сообщить в ближайшее отделение полиции. На 4 года осужден вологжанин за серию поджогов. Он признан виновным в 6 преступлениях, сообщает Следственный комитет. В одном из пожаров по вине осужденного погибли 2 человека. Очевидцы вновь предупреждают нарушителей правил стоянки. Работает эвакуатор. Сотрудники ГИБДД увозят транспорт, который владельцы оставили под знаками. Выпал снег, припаркованные машины мешают уборке.